Сотрудник ГИБДД останавливает автомобиль, чтобы напомнить водителю правила безопасной перевозки детей. Зареченские инспекторы проводят профилактическую акцию «Детское кресло». В этом им помогают ребята, отдыхающие в детском оздоровительном лагере при 221-й школе. Цель акции – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В этом году в Заречном увеличилось число нарушений правил перевозки детей в автомобиле. За 6,5 месяцев этого года инспекторы составили 136 протоколов, тогда как за аналогичный период 2022 – 123. Во время очередной профилактической акции юные зареченцы и сотрудники ГИБДД напомнили водителям, как нужно размещать в салоне автомобиля маленьких пассажиров. При перевозке пассажиров, детей необходимо до 7 лет на заднем сиденье обязательно использовать детское удерживающее устройство, на переднем сиденье до 12 лет. После 7 лет на заднем сиденье, после 12 лет на переднем сиденье разрешается использовать обычный штатный ремень безопасности, который установлен в транспортном средстве. Согласно правилам, ребенок, находящийся в машине, должен сидеть в удерживающем устройстве и обязательно быть пристегнутым. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей. Но главное, пренебрежение правилами ставит под угрозу здоровье и жизнь маленького пассажира. По данным исследований, отказ от детского автокресла увеличивает риск получения травм при ДТП в 5 раз. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».